Всем доброго времени суток. С вами Катерина Воронцова. У нас сегодня снова распаковка покупки по 13-му каталогу Faberlic. Здесь очень много новинок будет. И это даже еще не все. Здесь у меня одежда. Кое-что я тоже постараюсь показать поподробнее. Что-то мы быстро проскочим. Ну что, приступим. Начнем мы, пожалуй, со самого всего знакомого и известного. Потом уже разберем новинки. Это у нас лимон и мята, концентрированное средство для мытья посуды с биоэнзимами. Один из любимых ароматов, и плюс еще в том, что он все-таки с биоэнзимами, специальная добавка природная, которая лучше растворяет жир и лучше растворяет пригоревшие макароны и так далее. Естественно, все мы это разбавляем водичкой. Следующее, это не новинка, но, по-моему, сейчас и найдет с хорошей скидкой, это супергубка. Я почему-то ее, вот сколько я лет в компании, 2 года я в компании, почему-то я ее никогда не покупала. Все вот эти вот тряпочки, которые у нас были, розовая тряпка универсальная, и для стекол, это я все пробовала, но почему-то супергубки не обращалась. Сейчас посмотрю, да, супергубка обычно она стоила у нас за 200 рублей, сейчас она 229, что ли, она была, или 299. Сейчас она стоит 199 рублей. А для чего она нужна? Так, она у нас для различных поверхностей, для стеклянных, зеркальных, пластиковых, никелированных, хромированных поверхностей, кафельной керамической плитки, сантехники, из фаянса, акрила, нержавеющей стали, способна очищать замшу от пыли, хорошо собирает пыль, шерсть животных, волосы, пух с ковровых покрытий. Можно также привести в порядок салон или корпус автомобиля. Прослужит не менее года. Очень много хороших отзывов слышала, и консультант у меня постоянно берут, и теперь решила попробовать еще и я. Она немножечко там смоченная внутри. Дело в том, что если ее достать и высушить, то она просто станет твердой. Потом она в намоченном состоянии снова становится вот такой вот мягенькой. Следующее. Это концентрированная паста. Сейчас тоже идет со скидкой, с маслом чайного дерева. Мне тоже ее очень с удовольствием берут консультанты. И серия Эксперт. Я ее рекомендую в первую очередь всем, кто начинает пробовать пользоваться косметикой Faberlic и средствами гигиены. Эксперт Фарма — моя любимая серия. Здесь, конечно же, концентрированная зубная паста тоже среди первых. Следующий наборчик мужской. Взяла я его, наверное, только потому, что вместе с набором шел новый аромат Pacific. Я думаю, что это никогда не лишнее, всегда пригодится. А аромат хотелось побыстрее попробовать, потому что сейчас вот он идет у нас за рубль в подарок при покупке 2 средств из серии Ван Давантюр. Пробник я, к сожалению, похоже, оставила все-таки в офисе, и здесь прямо на камеру снять не смогу свои ощущения от данного приобретения, поэтому как-нибудь в следующий раз. Следующее снова я уже взяла уже... Не знаю, второй раз, да, я уже брала одну, мне очень понравилась эта штучка, она так легко стирается, на ней, конечно, просто сильно остается грязь, там, тональная основа и так далее, но стирается очень легко и быстро. Повязка на голову, 2 штучки для проведения мастер-классов для себя домой. Следующее, что покажу. Так. Пропадала у нас куда-то со склада эта штучка. И сейчас уже даже без скидки взяла, потому что нужна. Она у нас идет с витамином F, с источником незаменимых жирных кислот. Да, даже здесь вот омега-6. Смягчает кутикулу. Она касторовое масло или льняное масло. Интересный здесь дозатор. Я уже к нему привыкла, так что пока этого не было средства, пришлось покупать обычные в магазинах. Ей без такого дозатора уже как-то просто непривычно. Следующее. Уже показывала. Очень понравился капучино. Пахнет кофе. Ощущение, будто пьешь кофе с молоком. Ну, капучино, да? Крем-брюле. Ну, приятно. Мне понравилось, что они не приторные. Ну, конечно, бананчик тоже вкусный. В общем, теперь беру постоянно, мне нравится. Так, ну, по-моему, да, у нас новинки
Теперь новинки. Приступаем к новинкам. А, вот еще из новинок. Это дневные гигиенические прокладки. Крутая штука. Очень рада, что они у нас снова появились. Поэтому это всегда в любых покупках есть. И приступаем к новинкам. Здесь у нас всю серию я взяла бальзам уплотняющий, шампунь уплотняющий с активным гиалуроном. Называется серия «Активный гиалурон». Здесь же серия «Сыворотка-уплотнитель» и маска. Я как увидела эту серию, естественно, ее взяла. У меня тонкие волосы, я всегда мечтала, чтобы они были плотнее, чтобы объем был за счет плотности волос. И вот попробую. Пока ничего не могу сказать, потому что только вчера получила. Здесь по запаху, ну, запах, да, я не скажу, что он прям супер-супер приятный, обычный, ничего такого нету. Крышечка, привычная уже серия. Точно так же она идет без сульфатов. Я прекрасно понимаю, что если волосы жирные или склонны к жирности, то здесь все-таки придется иногда использовать и наш черный шампунь для другой, да, из другой серии «Эксперт», для того, чтобы очистить волосы хотя бы там раз-два в неделю, потому что здесь все-таки сульфат, бессульфатный шампунь, и очищение будет не таким достаточным для жирных волос. Так, это у нас есть возможность открыть и посмотреть хотя бы цвет, наверное, голубой, я так думаю, точно. Такая кремовая текстура, не суфле, так немножечко течет. Запах что-то напоминает, я пока не могу сказать, что, не помню. Маска уплотняющая для лишенных густоты истонченных волос. Так, еще можем открыть сыворотку, посмотреть. Я пользуюсь уже сывороткой с кератином. Достаточно быстро она расходуется, небольшой объем, но, честно говоря, эффект я какой-то чувствую. Волосы как будто бы становятся, ну, другими. Поэтому взяла еще и эту серию, буду теперь пробовать сыворотку уплотнитель, как только та закончится, ну или параллельно. Следующее, что у нас есть из новинок, а вот это тоже не новинка, но очень я хотела все-таки приобрести эту книжечку себе. Александр Рогов, гид по стилю, я ее уже держала в руках, читала, но это была не моя книжка, теперь вот есть у меня, чему очень я рада. Ее тоже можно брать, она стоит там 700 чем-то рублей в каталоге, со скидкой получается, по-моему, 500 с чем-то. И она дает баллы, да, то есть каталоги не дают, эта книжка баллы дала. Не новинка еще в шелковистые носочки, без них никак. И вот заметила, что, видимо, серия вот эта уже у нас уходит потихонечку на второй план. Вот эта красная упаковка с бантиком. И носочки сейчас стали дешевле. Раньше они были 119 в каталоге, сейчас их продают по 99. Две пары. Клевые носочки, мне очень нравятся. Колготки у нас приходят новые на смену старым. И здесь у нас две серии. Одни колготки вот в такой упаковке, которая мне, кстати, не очень нравится, потому что, ну, как-то она бедно смотрится. Но с другой стороны, зачем переплачивать за упаковку? Пусть лучше будет качество по разумной цене. Колготки телесные, это размер двоечка. У нас размеры здесь двойные, то есть не первый, второй, третий, четвертый, пятый, как были раньше. Здесь размеры XSS, ML и LXL, то есть 1-2 сдвоенные, 3-4, да, объединены, и 5-6 получается, тоже объединены. Сейчас немножечко посмотрим по качеству. Колготки приятные, это, по-моему, 40 ден, да, это 40 ден, есть еще и 20. В меру плотные, блестящие. В общем, красивые колготочки. Мне кажется, по качеству они такие же, как были у нас раньше. Вот в такой серии. Единственная упаковка, да, упаковка стала дешевле. Но я думаю, что это
неплохо, когда, в принципе, не ухудшается качество. Так, вот у нас колготочки. Обычные колготки. Но у нас есть еще и необычные теперь колготки. Если те, да, я сейчас прям просто почитаю, сделаны в Китае, как, в принципе, большинство колготок, которые у нас продаются на рынке, то новые колготки Faberlic Tights Made in Italy сделаны в Италии. Вот смотрите, Made in Italy. Made in Italy. В чем их особенность? Они идут немножечко дешевле по цене консультанта. Они выходят 180 рублей в среднем, да, чуть-чуть, ну, чуть побольше, 189 или 183. Вот как-то так. На память. Здесь, во-первых, особая система плетения, которая препятствует образованию затяжек и стрелок. Я ничего подобного пока не пробовала, мне очень интересно. Возможно, в каком-то из следующих видео я поделюсь с вами результатами. Если они мне понравятся, естественно, я буду брать и еще, и еще. Два размера, тройка бронза, это для мамы, и двойка S, карамель, это для себя я взяла. Так, колготочки не только для себя мы берем, но и вот такой всегда милой и приятной упаковки детские колготки. У нас идут из хлопка. И это я взяла не просто так, я целиком выкупила образ детской одежды, сейчас покажу. Каталоги. В распродажах у нас сейчас старые коллекции одежды и в том числе обуви. Вот зеленое платьишко и колготки. Мне понравился этот образ. Взяла немножко на вырост. Размер 104. Платье изумрудное с такой вот милой вышивкой, белочка и колготочки. Сейчас мы посмотрим, что нам пришло. Во-первых, колготки. Ну, качество колготок всегда безупречно. Колготки Faberlic детские, хоть немножечко и дороже, чем... Ну, вообще по цене выходят примерно так же, как Conta Kids колготки, тем более, если еще они идут и со скидкой в каталоге. А качество практически такое же. Conta Kids и Faberlic замечательное качество. Смотрим. И вообще оформление, я прям тащусь. Такое оформление на рынке встречается, конечно, не чаще, и за него вообще не жалко платить деньги. Так, принт, цветочки. Клевые колготки. Я думаю, что будем носить с удовольствием. Тем более теперь, когда мы уже не в ясельках, наконец-то нам можно носить не только колготки такого. Ну, помните вы, наверное, да, старые колготки у нас были, которые легко надеваются хлопковые и также легко растягиваются. Ну, теперь и вот такие колготочки нам в садик разрешили. Будем теперь щеголять. Следующее это платье. Платье у нас темно-зеленое. Мне кажется, что оно темнее, чем то, что в каталоге изображено. И померили уже его, успели мы. Здесь сзади у нас молния по составу. Здесь не чистый хлопок, здесь еще есть полиэстер, эластан. Но немножечко в меньшем количестве, чем хлопок. Хлопков большинство, по-моему, больше 60%. Вышивка. Причем сделана и сзади тоже очень аккуратно, да. Швы все хорошие, как обычно, детской одежде не придраться. Мне очень нравится, платье мне понравилось. Пусть оно темное, ну, всякие вещи должны быть в гардеробе, не только все яркие, веселые. Кармашки, есть два кармашка. В общем, это не новинка, потому что это платье уже было давно, просто сейчас оно идет со скидкой, и вот грех было не взять что-то. Оранжевые, яркие, красные, их полно. Можно поносить и такое. Платьишко теплое, мягкое, приятное, на ощупь очень комфортное. Единственное, что пока нам велико, это размер 104. Будем носить, вот, наверное, через месяца 3-4-5, может быть, темный изумруд. Хлопок 62%, как я говорила, 36% полиэстер и 2% эластан. Следующая детская, не смогла, не устояла, взяла все-таки с длинным рукавом футболку трикотажную.
Для девочки цвет персиковый розовый. Очень много сейчас, немного, 4 вида появилось у нас футболочек детских в 13 и 14, по-моему, даже 12 каталога. В 12 каталоге появились, в 13 я наконец приобрела. Их не так уже много оставалось на складе. Вот такой милый рисуночек. Как обычно, это 100% хлопок. И качество, соответственно, как обычно, хорошее. Мы уже из базовой коллекции носим футболочки, приятные к телу. Ничего они не скатываются, не изнашиваются, цвет у них не теряется, чему мы очень довольны. И если мы берем дешевые, да, какие-то футболочки, то там принт, он буквально просто через несколько стирок портится. Здесь вот я заметила в компании Faberlic, что касается тоже взрослых футболок, ничего с принтом вообще не происходит, он у нас никуда не девается. Вот как он был, такой он и остался. Еще из детского, это мы берем уже, заколочка. Волос у нас пока не так много, поэтому у нас одна. Тем более здесь резинка вот такая, да, если бы мы взяли две, мы с такой резинкой просто бы волосы не закрепили. Нам пока достаточно одной с такой вот плотной резинкой. Почему не только школьниц можно баловать этим, но и малышек, поэтому будем баловаться, красиво одеваться в садик. Так, у нас каталог идет новый, Дом Faberlic, это уже третий выпуск. В принципе, здесь все то же самое, что в каталоге, ни больше, ни меньше. И как раз сейчас, не зря мы открыли это, мы будем смотреть новинки с вами. Мерный кувшин. Заказала я форму для пирожков. Да, был какой-то остаток был на складе, не смогла пока для яблок, не смогла пока для вареников. То, что придет в следующем заказе, это форма для пирожков. Постараюсь ее тоже вам показать. И еще, что я взяла, приспособление для чистки чеснока, просто из любопытства, что-то такое. И тут совсем не из любопытства, а просто из того, что уже действительно надоело отбивать мясо. Попробуем вот такую штучку. Тендерайзер для мяса называется она. На будущее все-таки планирую купить для хранения. Я вот не знаю, я каким-то местом чувствовала, что у нас появится это точно вот такие вещи. Я их не приобретала в других местах. После приобретения установки новой мебели все ждала, что в Faberlic они точно появятся. И дождалась. Попробую взять. И, естественно, то, что нужно в любом доме. Вакуумные пакеты для хранения подушек, одеял. Тоже приобрету. Следующее у нас, то, что я обещала, это средство для, товары для дома. Мерный стакан у меня получился 200 с небольшим, 299 он в каталоге стоит. Откроем. Отдельно для воды в миллилитрах, для сахара в граммах совпадает с водой. И для муки в граммах тоже отдельная шкала. Удобная прорезиненная ручка. Не подходит для микроволновых печей. И значочек Дом Faberlic. В общем, обычный стаканчик за 200 рублей. Не жалко. Следующее, это приспособление для очистки чеснока. Оказалось, что это просто такая простая силиконовая туба, в которой внутри есть ребрышки силиконовые. И вот так просто прокручивая на столе чеснок, можно его очистить. Ну, это тоже надо пробовать. Следующее, это тендерайзер для мяса. Это уже вещь такая приличная, тяжелая. Качественная, розового цвета приятного. Вот она такая. То есть, если аккуратненько показать, да, то есть мы ставим мясо на него и нажимаем. Ничего сложного, структура мяса сохраняется, в отличие от простого отбивания. Плюс минимум усилий, максимум
вкуса и пользы. Тоже отметочка Дом Фаберлик. Хорошая качественная вещь. За сколько она у нас получилась? 300 с чем-то рублей. Тоже не жалко. Тут чеки. Чеки, да, это скорее мне не один уже заказ. Что-то накопилось еще из других заказов. Витаминное жидкое мыло. Заказала здесь не только жидкое мыло, но еще и мист. Мист оставила в офисе для того, чтобы можно было тестировать, а мыло взяла домой. Аромат очень понравился. Но если вы не любите сладкие конфетные ароматы, то это не для вас. Это сладкий, конфетный, очень вкусный. Что-то в нем есть, что прям тянет к нему. Какой-то, ну вот, passion fruit, да, вот переводится так, маракуйя. Действительно, какое-то завлекающее, какая-то завлекающая нотка есть, его хочется ощущать и ощущать. И еще последнее, что у нас из... Заказ большой, да, поэтому получилось долгое видео. Это у нас компактная кисть для тушь, для пудры. У нас что-то уже было. Такое у меня была похожая, только серенькая. Она у меня и есть, служит очень хорошо. Взяла для офиса, чтобы и там проводить мастер-классы и показывать. Очень мягкое, но синтетическое волокно. Сейчас уточнюсь. Ну, синтетическое. Да, синтетическое волокно, но очень приятное, как и все кисти Фаберлик, которые я безумно обожаю, потому что нравятся мне все, что бы я ни взяла. А мы знаем, что секрет классного макияжа – это не только хорошая, качественная косметика и ухоженная кожа, но еще и хорошо подобранные кисти. Для... Тональная основа. Кисть у меня тоже есть, но не смогла не взять, потому что тоже нужно в офис, тоже для того, чтобы показывать и проводить мастер-классы. И вот теперь сомневаюсь, какую все-таки взять, потому что та, которая у меня есть дома, мне кажется, она немножечко похуже. А это просто, ну, очень мягкая, прямо вот супер. И видим, что у нее немножечко другая форма. Какой формой будет удобнее пользоваться, потом тоже расскажу в каком-нибудь из следующих видео. Пока, конечно, надо пробовать. Еще одна кисть для растушевки карандаша. Такая она маленькая, плотный ворс. Тоже я буду пробовать. Только с кистями можно сделать классный, хороший макияж. И еще сейчас по акции нашли подводки. 199 рублей вместо 299. К сожалению, не было черного в распродаже. 54,32 коричневый и 54,40 фиолетовые оттенки. Взяла для себя. Так, здесь все. Следующее, что я покажу, это платье. Это платье из коллекции Sport Glam. Долго я размышляла, оставить его или нет. Все-таки померила, подумала и решила оставить. Потому что ничего подобного в гардеробе у меня пока не было. И это очень интересная коллекция. Люрекс, во-первых. Да, он снаружи достаточно колючий. Но внутри очень мягкая ткань, который не причиняет никакого дискомфорта. Немножко чувствуется дискомфорт в районе горловины, потому что она все равно не прилегает к телу. Но я не скажу, что он прям совсем неприятный. Взвесив все за и против, поносив немножечко в течение дня просто дома, я решила, что вещь эту я оставлю. Длина. Мне казалось, что он будет для меня очень длинный. По колено. У меня рост 162, вышло мне, это 42 размер, размер в размер, полиэстер, да, это не, нет натуральных материалов здесь, и вырез. Но вырез — это отдельная история, он очень глубокий, и вот сантиметра 3 я точно здесь, ну хотя бы 4 я точно здесь зашью, потому что он просто неприлично огромный. Так, вот это что касается платья. Больше почему-то я из коллекции для себя ничего не выбрала. Выбрала только платье.
Будем ожидать следующих коллекций. Может быть, когда-нибудь на какой-нибудь распродаже я дозрею, как это обычно бывает, и закажу себе что-нибудь еще. И последнее, что я покажу, это куртка мужская. Размер 48. В ней, в общем-то, ничего особенного нет. Куртка как куртка. Простая балоневая куртка, которая вышла нам, обошлась нам в 3000 рублей. Ну, сшита качественно, да, ничего, вот тут нигде ничего не торчит, рукава, которые тут не задувает. Здесь есть капюшон, немножко странный, да, он глубокий очень. Есть молния, есть кнопочки. Обычная куртка. Внутри карманчик один и снаружи два кармана на кнопочки. Два кармана на кнопки и один карман на молнии внутри. Но почему же мы ее все-таки оставили? Потому что она просто незаменима на вот этот период межсезонья, когда надо на пиджак, например, да, надеть удлиненный. И ничего не вылазит, она в меру длинная, сзади чуть-чуть удлиненная. В общем, как мы любим, это просто чистая классика. Удлиненный низ. Все где, везде все качественно сшито. В этот раз меня ничего нигде не смутило. Все нормально. На межсезонье. Надеть на пиджак. Простая классика, да, никаких без каких-либо излишеств. За 3000 рублей. Мне кажется, нормально. В общем-то, все покупки, которые я вам хотела показать. Прошу прощения за длинное видео, но покупок было действительно много, вы это увидели. И до следующих видео. Пока-пока!